точку. В строительстве сквера никак не могут поставить в Братске. Облагородить площадку в самом центре города подрядчики должны были еще осенью 2018-го. Но выполнили работы так, что до сих пор практически все приходится переделывать. Сквер под названием «Ангарские каскады» появился благодаря проекту формирования комфортной городской среды. На благоустройство было потрачено более 34 миллионов рублей. Малой формы и покрытия не успели порадовать брачан. Бетон начал крошиться, плитка на дорожках просела. И даже опоры светильников были установлены недолжным образом. Это личное наблюдение заместителя министра жилищной политики Натальи Сдобновой. Она приехала в северную столицу с инспекцией, чтобы проконтролировать исправление ошибок подрядчикам. Люди рассчитывали на то, что объект, который мы делаем по этой программе, делаются в течение одного года. Делаются с настоящим качеством, достойным, так, чтобы они людей радовали, а не огорчались. Большие вопросы по зеленым насаждениям и тому озеленению газонов, которое предполагалось этим проектом по качеству. Пока что этого не делается.